Достаточно общая теория управления. Внутренний предиктор СССР. В современном мире каждый человек сталкивается с гигантским потоком информации, невольно становясь объектом чьей-то пропаганды и навязанных стереотипов поведения. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» разработал теорию управления, которая учит правильно анализировать общественные процессы и распознавать уловки манипуляторов. Настольная книга огромного сообщества людей, именующих себя сторонниками концепции общественной безопасности. Уникальный, не имеющий аналогов инструмент формирования образно-логического мышления. Универсальная система управления жизненными обстоятельствами. Десятки переизданий со дня первой публикации. Постоянный рост интереса думающих читателей на протяжении 20 лет. Достаточно общая теория управления. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru.